Blender 2.81a и погнали долбить вот этого персонажа, чтобы он обрел свои кости. Именно те, которые помогут ему полноценно двигаться, делаем сами. Погнали. Так, заходим опять же в Add, находим Armature и Single Bone. У нас появилась вот такая вот косточка. И все, по прошлым роликам опять же заходим в Object Date Properties, Viewport Display in Front. Все, чтобы она была видимая. Нажимаем на персонаж. Нажимаем английскую Z Warframe. Берем косточку, нажимаем. И теперь переключаемся табуляция в Edit Mode. Вот эту косточку можно именно перенести с помощью транспоза. Вот так вот в это место. Scale немножко уменьшить. Вот так. И с помощью, наверное, транспоза вот так вот это все дело. Ну, где-то вот так перекрутить. Опускаем вот на это место. Именно на таз. И продолжаем по прошлым роликам моделировать, добавлять кости. Не моделировать, а вот именно добавлять. Вот так вот. Раз, кость. Получается вот кость таз. Кость получается вот эти вот ребра. Кость получается вот это вот именно кость руки, лапы. Следом идет маленькая кость. Маленькая кость. И можно большую вот так вот собачить. Ну, пока пусть повисят. Следом, что нам нужно сделать? Тройка на numpad. Вот эту вот косточку делаем Shift-D. Щелчок. И теперь можно ее перекрутить. Это нажимаем опять же или R английскую, или включаем транспоз. Давайте транспозом, им удобней. И вот так ее перетягиваем вот сюда, вот так вот, раз, подставляем и делаем S Scale, вот так. И немножко опять перекручиваем и немножко подгоняем вот к этой косточке. Это будет потом в будущем хвост. Также Select Box, нажимаем опять на эту косточку, жмем Shift-D. Вот так ее сюда переставляем и опять транспозом давайте ее перекрутим. Так, вот таким вот образом. Ну, где-то вот так. И сразу же поставим ее именно на лапу. Вот так. Смотрим, чтобы она нигде хотя бы не вылазила сильно и находилась хотя бы в мясе. Ну, вот так. Ну и погнали, теперь ее отмоделируем. Так, это получается, здесь должно появиться 1, 2, 3, 4 кости. Вот теперь жмем E, вытягиваем сюда вот эту косточку G. Можем на вот этот сустав поставить. Следом нажимаем опять же E, экстрадируем где-то вот так. И опять же E. Вытягиваем вот таким вот образом 3 на numpad. И теперь G. Можно все это делать, чуть-чуть тут подправить. Следом вот от этой кости вытягиваем E, экстрадируем вот эту косточку, вот эту. И нажмем опять же по прошлым роликам это Alt-P. И опять же отсоединим ее, Clear Parent. Все, пусть повисит пока. Следом выделяем вот эти вот кости. Вот где-то так. Они у меня тут еще неровно стоят. Надо их сразу же продублировать. Это G. G. И английская G. G. Вот так. Вот так все поправить сразу. Со всех сторон смотрим, чтобы тут не было никаких казусов. Выравниваем. Где-то чуть-чуть поровнее можно поставить вот эту кость. Все нормально. Вот теперь мы ее выделяем. Вот таким вот образом.
И делаем 3 на нампаде и Shift D дублируем, перетягиваем вот сюда. Вот таким вот образом. Ну а тут уже выделяем вот эти косточки через зажатый Shift. Вот так вот можно. И G тянем их вот сюда. Теперь здесь их корректируем. Вот эти кости выделяем через Shift. И тянем их G вот на это место и немножко R перекручиваем. Ну и опять же G. Вот так. Эту косточку теперь G уменьшаем вот до этого сустава. А эту косточку перетягиваем вот сюда. Эту кость ставим до груди. И от этой кости вытягиваем еще кость E. Вот так. Вот таким вот образом. Теперь вот эту кость можно развернуть. Заходим в арматур, находим separation. Так, не separation, а находим switch директорию Alt-F и нажимаем, она разворачивается. Вот такие дела. Так, теперь что нужно сделать? Вот эту косточку G. Чуть-чуть дальше вытягиваем, эту корректируем, эту подгоняем, ну, где-то вот таким образом. И можно их немножко еще вниз, где-то вот так вот припустить. Вот так, чтобы изгиб был. Так, что еще тут получается? Чтобы ровно у нас все тут выходило, не скривилось. Так, вот эту косточку можно немножко ровно поднять. Вот так. И теперь шею немножко вот так вот подкорректировать. Смотрим ключицу. Единица на нампаде. Немножко G. И в бок ее вот так вот уводим. Так, смотрим, что тут да как. Вот эту косточку чуть-чуть тоже подкорректируем. Ну вот, все вроде стоит. Сейчас будем их настраивать. Надеюсь, все это дело получится. Так, смотрим, что да как. Вот эту кость G вниз. Вот эту косточку немножко можно G поднять кверху, чтобы ее видеть. Смотрим, как тут лапа установилась, чтобы ничто не вылазило. Ключица чуть в бок смотрит. Ну, где-то вот в таком духе. Так, вот эту косточку теперь удалим. Delete bone. Опять повторим вот так вот. Вытягиваем E английское. Вот таким образом. Теперь объединяем вот эту косточку вот с этой косточкой. Ctrl-P, Clear Parent. Теперь вот эту косточку жмем в арматуре, переворачиваем именно Alt-F, Switch директория. И попробуем теперь дальше соединять их потихоньку. Нажимаем вот на эту кость теперь и через Shift вот на эту. Жмем Ctrl-P, жмем Connect. Заходим в POS-мод. Ну и смотрим, как тут все это дело крутится. Так, если G нажать, никак, да? Значит, заходим обратно в Edit Mode. Жмем на эту косточку, Shift на эту и жмем Ctrl-P и Offset. Следом нужно объединить вот эту задницу. Выделяем вот эту косточку, Shift на эту, Shift на эту, и жмем Ctrl-P и Offset. Мы их объединили. Следующий этап, это вот объединяем вот эти косточки, как и в прошлом ролике. Только вот эта кость была сзади, она теперь будет спереди. И сначала нижнюю вот эту, которая от кости отходит, и потом отделенную косточку выделяем. И жмем Ctrl-P, Keep Offset. Следом берем, выделяем вот эту кость, жмем на эту кость, выделяем.
И нужно теперь зайти в PostMod и сделать им Ctrl-Shift-C Inverse Kinematic. Вот все это дело связалось. Все вроде прикольно. Ну, теперь нужно сделать еще одну косточку. Заходим в Edit Mode. Нажимаем вот сюда. Или даже можно вот эту косточку копировать. Shift-D. Вот так ее вытягиваем. Вот на эту кость. Теперь R чуть-чуть перекручиваем вот таким образом. И вот эту кость нужно объединить вот с этой костью. Вот нижней. Нажимаем на нее. Shift на нее. И жмем Ctrl-P Keep Offset. Теперь нужно вот этой кости, после Insert Kinematic, показать, что она должна ориентироваться на эту вот кость. Постоянно направляться вот на нее, ориентироваться. Как это делаем? Сначала включаем все вот эти видимые надписи, чтобы знать, где какая кость. И теперь заходим в PostMod. Нажимаем вот на эту кость. Вот нам нужна вот эта кость. Эта кость у нас 18. Вот теперь заходим вот в настройки кости Bone Ctrl-T, ставим 3 кости связать. И теперь нужно вот эту кость, вот именно вот эту, направить на Bone 18. Вот можно нажать на пипетку, нажать Bone 18, арматуру можно включить. И находим здесь вот в списке в нижнем Bone кости, 18 кость, вот она. Нажимаем Bone и вот эту кость. Так, вот эту кость, вот эта кость перекрутилась, нужно ей поставить 90. Вот так, здесь вот ставим 90, Enter. Не получается, значит, нужно ставить минус 90. Это вот гоним ее в другую сторону. Вот так вот, поле минус 90. Так. И смотрим, как она стала. Так, 90. Так, теперь заходим, жмем вот на эту кость и пробуем G вводить. Ну вот, типа вводится, вроде все нормально. Вот такая штукенция. Так, что еще можно сделать? Смотрим. Надо ее чуть подкрутить. Она немножко еще не докручена. И вот смотрим теперь, как она будет работать. Вот таким вот образом. Так, вот такая вот настройка G. Все нормально. И вот то же самое теперь нужно сделать вот с этой лапой. Это вот тройка на NumPad. Смотрим, что да как. Объединяем вот эту кость вот с этой. Вот эту верхнюю кость запутался. Вот эта вот, которая вниз у нас уходила, вот ее объединяем с этой. Это вот теперь заходим в Edit Mode и жмем Ctrl-P, Keep Offset. Теперь вот от этой косточки, так, это вот раз, два, вот от этой кости сюда вот кость тоже нужна. Вот нажимаем сюда на вот эту косточку, жмем E, вытягиваем. По-хорошему она сзади должна быть, раз изгиб туда. Ну, посмотрим сейчас, как эта лапа себя поведет. Теперь мы ее Alt-P Clear Parent отделяем и выводим. Ну, немножко можно вперед так вывести. Пусть тут повисит. И что теперь? Так, это вот эту кость PostMod
повторяем словом postmod вот эту кость shift с этой. Это Ctrl Shift C Inverse Kinematic. Теперь следом вот эту кость объединяем с этой Shift. Это уже в Edit Mode Ctrl P Keep Offset. Теперь вот эту кость направить надо вот на эту кость. Это заходим теперь опять в постмод. Вот так вот. И находим вот так вот три кости. Ставим вот таким образом. Направляем теперь. Так, пардон. Вот тут передний путаница пошла. Это значит кость 19, а это 14. Мы ее направляем на 19, арматуру ставим и ставим направление 19. Так, теперь добавляем, видите, как перекрутилось, не беда, сейчас будем поправлять. Ставим 3 кости, держать, так, тройка на нампаде, смотрим, что лапа перекрутилась и нужно ее. Надо ж так ее закрутить. Ctrl Z. И вот эту лапу, если сейчас будем крутить, будет какой-нибудь казус, да? Так, тройку поставили. Почему она с этой связалась, с ключицей? Так. Так, посидел, подумал. Вот эту кость нужно удалить. По-любому. Это из-за нее все крутится. Edit Mode. И жмем Delete Bone. Теперь заходим в Post Mode. Вот. Смотрим теперь. G вот так. И вот теперь вот эту кость, вот эту, нужно объединить вот с этой. Ctrl P. Так, она подключена. Теперь вот эту проверяем, что тут у нас постмод. Она тоже подключена, да? И вот теперь переделаем вот эту кость, вот с этой соединим. Ctrl P, Keep Offset. Жмем Postmod, жмем G. Так, и почему она не объединилась так? Какой-то пошел тут казус с лапой. Добавим еще кость. Это уже в Edit Mode. Добавляем вот сюда вот так. Кость Е. Нажимаем теперь на нее. Жмем Alt-E. Clear Parent. Теперь берем, выводим ее вот сюда. И объединим вот эту кость. Вот с этой костью. Ctrl-P. Keep Offset. Так. Заходим в Post Mod. Смотрим, что тут как. Если это работает. А это не соединено. Выделяем теперь вот эту кость. Вот эту. И жмем Ctrl-Shift-C. Keep Offset. Смотрим, что она теперь нам даст. Вот теперь она вот так вот работает. А вот на переднюю лапу желательно, наверное, вот это все сделать. Если заднюю так, то передняя будет, можно назад ее соединять и все.
проблем никаких не должно быть. Это не принципиально, что вот эта кость будет, ее можно и так поставить. Давайте экспериментируем вот эту кость delete bone, вот эту кость delete и так далее. И вот эту, так, это вот чтобы они были отключены. Так, edit mode, вот от этой кости. Е вытягиваем вот сюда кость, жмем на нее Alt B Clear Parent. Теперь вот эту кость подключаем с этой костью. Ctrl Shift, так, Shift зажаты, и теперь Ctrl P Tip Offset. Что еще тут можно сделать? И вот эту кость теперь соединяем. Так, постмод, ну как по прошлым роликам. И соединяем Ctrl-Shift-C, Invert Kinematic. Вот так вот. Проверяем G. Вот так все работает. Смотрим за тазом G. Вот так все гнется. Вот таким вот образом. И теперь давайте добавим хвост. Так, Edit Mode. На прошлых именно вот моделях, которых я видел, хвост в эту сторону, именно к позвонку идет. Ну, попробуем теперь сделать от позвонка. Тройка на нампаде. Е. Вот так вот. Е. И пойдем моделировать. Ну, 4 сегмента, думаю, достаточно будет. Смотрим, чтобы ровно по хвосту все было. Семерка на нампаде, колесико, ну и немножко где-то что-то не без этого подогнать, подтянуть. Ну вот что-то в таком духе. Так. Ну, надо же еще косточку добавить все-таки вот этой кости, направляющую вперед, правильно? Давайте вот на нее наведем. Вот так. Жмем опять же E, вытягиваем. Alt P, Clear Parent. Вот такой эксперимент. И теперь выводим ее. Можно G нажать. Так, а что она не отсоединилась? Alt P Clear Parent. Все отсоединилось. Теперь G. Вот так вот. И попробуем вот эту вот кость завязать вот теперь вот на эту. Это получается 23-я должна соединиться с 16-й. Ctrl P Keep Offset. А вот эта кость постмод должна смотреть теперь на 23-ю. Получается. Получается вот это вот сюда. Бон 23-я. Вот таким вот образом. Ну и три сегмента, да? Турбон. Так, вот таким образом лишнее убрали. Соединение осталось. Все, ничего не повело лапу вроде. Ну, давайте теперь проверим, как же она все-таки ходит. Так, надо теперь вот эту кость объединить вот с этой. Так, вот эту можно закрыть. Удаляем, очищаем, если что-то наделали не так. И Ctrl-Shift-C, Invert Kinematic. Вот теперь можно поставить ей троечку
выделить вот эту вот 23-ю кость и нажать на 23-ю кость. Надеюсь, сейчас не поведет. Ах ты, а нет, повело. Ну и тут теперь смотрим куда. На минус 90. Минус 90. Можно 89 даже. Вот где-то вот так вот. Ну попробуем, как она теперь работает. На костяшку жмем и жмем G. О! Заработал! Ура! Вот так вот построены кости. Так, что теперь с головой? Смотрим. R вводится. Шея R сгинается. И общая гнется. Вообще великолепно. Вот такой вот получился каркас. Теперь нужно все это отзеркалить. И будет уже, будем смотреть, как она работает, моделька. Теперь аккуратно все это дело сохраняем сначала. Потому что потом может пригодиться, чтобы не заморачиваться. Save as. Вот это мне передняя лапа запутала. Так, и теперь нажимаем название какое-нибудь и добавляем, допустим, еще один файл. У меня уже 7 файлов именно разных. Там не работает позвоночник, там не работает голова, там еще что-то не работает. А этот, надеюсь, дай бог, чтобы заработал. Так, ну и что, теперь... Давайте в костях в Edit Mode отключим видимость вот этой надписи. Они нам, в принципе, уже не нужны. Снимаем выделение с костей. И вот теперь бы аккуратно вот это все дело не зацепить лишние кости. И две стороны вот эти отзеркалить. Через Shift, если что-то у вас не выбралось, выбирайте с зажатым Shift и левая кнопка мыши. Так, ничего вроде не зацепило. Единица на нампаде, Shift D, отводим в бок, правая кнопка мыши, Mirror X Global. Вот так вот. Ну как она тут попала, смотрим 3 на нампаде. Состыковалась, неужели мне сегодня так везет? Вот такой вот персонаж. Ну и давайте теперь посмотрим, как он будет все-таки работать. Вот думаю я, что с головой здесь какая-то проблема, как может получиться, и с хвостом. По-моему, он гнуться не будет, его тоже на вот эту последнюю косточку чем-то связать надо, но я пока не представляю с чем. Главное, чтобы позвоночник нормально работал. Так, заходим, смотрим, так, Object Mode, сгенерируем давайте именно вот этот риг. Можно включить вот эту вот зарегулину, замок, конвертация. Сгенерировался. Вот такой круженце получился. Это будет, я так понял, центр. Нажимаем на модель, нажимаем на кости. Вот такой вот гражданин. И жмем Ctrl-P, White Automatic Widget. Вот. Сгенерировался именно, объединился, пардонте, и сгенерировался тоже лев. Вроде его нигде не поломало. И теперь давайте в постмод. Все-таки экспериментируем, смотрим. Так, снимаем выделение. Щелчок левой кнопкой мыши Z. Заходим в Solid. Ну вот такой вот персонаж. Проверим сразу таз. Жмем G. И вот тигры у ног моих селей. Только надо потом это все подкручивать, вот эти вот задние, вы видите, они немножко при приседании не так ведут, можно подкорректировать, запомнили. Вперед, если подаем, вот так, да, немножко вот эти вот нужно будет подкрутить.
Это вот заходим в кости. И опять же надо вот эти вот добавки. Вот здесь вот. Так, можно до 90. Вот крутим, 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 крутим. Так, даже минус 87. Вот так. Смотрим, что с ногой. Отключаем видимость костей. Заходим в Object Date и включаем где-то, наверное, Wear. Ну ничего, так ломки нету на модели сильной. Вот тут чуть-чуть есть. Но это вот эта вот косточка. Ее вот эти кости можно теперь, грубо сказать, R подкрутить. Подтянуть как-то, где-то какую-то косточку можно где-то вытянуть еще. G что-то тут направить. Ну, не суть вопрос. Главное, что модель рабочая. Теперь жмем G, поднимаем, вводим. Вот одну лапу поправил, вроде уже лучше. Но все равно чуть-чуть ее гнет. Нужно перекрутить вот эту, наверное. Но это уже поправки. В принципе, рабочая модель. Так, G, выравниваем ее вот так. И вот если представьте сейчас вот с прошлого ролика, вот к этим серединам, к тазу и костям, присоединить центральную вот эту кость, то можно одной костью будет все это дело вертеть, крутить. Так. Что еще тут можно сделать? Давайте голову проверим. Вот так. Теперь включим видимость костей и попробуем шею покрутить. Так, это какая она у нас? Вот это? Не это. Вот это, наверное. Ага. Выбираем вот эту косточку и жмем R. Ух ты! Работает! Пацаны, заработало! Иди твою копать. 25-й скелет. Так, что еще с лапами? Пардоньте, радоваться еще. Так, G. Чуть-чуть приподнимем. Вот так. Он стоял. Теперь G. Смотрим. Лапа передвигается. G. Опа. Эта лапа перекручивается. Надо косточки подкрутить все-таки, вот таким вот образом подправить. Но это уже корректировка, это уже не беда, это уже детали. И теперь жмем G, лапа, вот это хорошо работает, вот это мне нравится. О. И вот это вот где-то можно вот так еще подтянуть, где-то можно, не, ключицу нельзя. И эту нельзя, они фиксированные. Так, это все стоит. Лапы, оно перекручивается. Лапа крутится. А ну-ка, чтобы вам виднее было. Так, словом, вот кость. Где она тут? Голова. Смотрим. R английская. И вот вам здравствуйте, пацаны. Башка работает. Работает. И теперь что тут еще? Вот можно, вот тут лапу перекрутить и попробовать вот за эту, и теперь G. Во, все. Ну, чуть-чуть излом идет не в ту сторону. Вот этот локоть надо чуть-чуть куда-нибудь убрать в другое место. Это уже так и не крутится. А это покрутится. Вот так вот. Во. Так, вот эта лапа что-то мне не нравится. Где-то я тут... А та работает. Вот парадокс. О, кость ослабить. Где-то вот здесь вот... Нужно где-то что-то ослабить, короче. Но это не беда. G. Вот так вот вытягиваем. Вот эту вот. Так вот можно крутить. Вот за эту можно вот так перетягивать. Вот эту можно R подкручивать. Ну, короче, еще и модель нужно подправить.
где-то какие-то детали. И хорошо бы, наверное, модель сделать более такую, ну, получше качеством. Так, вот какая-то кость вот здесь вот тоже капризничает. Но все равно все гнется. Все гнется, все работает. Больших проблем нет. Единственное, что есть проблема, вот когда привязка идет, поперекрутились кости, и нужно их вот именно подровнять. Вот эту кость выбираем и заходим. Попробуем опять на 90 ее поставить. Вот. Даже меньше. Во. На 72. Ну, так она еще как-то выглядит. Если, допустим, вот на эту нажать, G, выкрутить. Ну, вот, все равно искажает где-то ее. Нужно вот как-то тут по анатомии, что ли, прогнать вот эту вот более вперед, как-то выдвинуть, с тазом что-то поработать. Кто у нас там закрутился? А, это тело даже у нас крутится. Да иди твою. Вообще охеренно. Все, всем пока, до свидания. Лайк, дизлайк, подписывайтесь. Следом еще один каркас покажу, как сделать. Там уже еще будет, наверное, для кого-то новшество, как это так-то. Ну, давайте, до свидания.